Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении разбойного нападения в деревне Дарина. Злоумышленники проникли в жилой дом и, угрожая хозяйке предметом, визуально похожим на пистолет, заставили ее открыть сейф. Забрав из хранилища 110 тысяч рублей, 2 тысячи евро и ювелирные украшения, нападавшие скрылись. Однако в результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейские задержали их по местам проживания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.